Кишиневские врачи спасли новорожденную девочку со сложным пороком сердца. У Миры из Бельц выявили транспозицию магистральных сосудов. Это значит, что два круга кровообращения, большой и малый, были разобщены между собой. Кровь насыщалась кислородом, но не попадала к основным органам и тканям. При этом обнаружить этот порок сердца, когда девочка еще находилась в утробе матери, было практически невозможно. Насыщение кислородом должно быть 100%, а у девочки оно было на уровне 40%. Нужно было с первого дня насыщать кровь кислородом. Ей провели эндоваскулярную коррекцию между камерами сердца. Никифор Щук – один из кардиохирургов Республиканской клинической больницы имени Тимофея Машняги, который провел 5-часовую операцию по воссозданию нормальной работы органов кровообращения. Благодаря ей маленькая Мира быстро идет на поправку. Супер, она кушает с бутылочки. Ну, состояние у нее стабильное, уже легкая форма, то есть она не тяжело больная. По словам кардиохирурга, ежегодно в Молдове выявляют в среднем 5 случаев транспозиции магистральных сосудов. Нужно перемещать аорту из левого желудочка и легочную артерию из правого. Если не делать операцию, ребенок погибнет. Это именно тот случай, когда жизнь висит на волоске. Операции при пороках сердца проводят только в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Машняги. Делают их бесплатно.